Армянская делегация в ПАСЕ вновь попыталась ввести в заблуждение членов комитета. Депутат парламента Армении Наира Зограбян представила задержанных за террористическую деятельность армян в качестве военнопленных. Глава делегации Азербайджана Самет Сиидов призвал армянских депутатов не политизировать эти вопросы и воздержаться от распространения ложной информации. По словам парламентария, Наира Зограбян рассматривает ПАСЕ в качестве площадки для самопиара. Армении пора бы уже признать существующие реалии, добавил Самет Сиидов. К нашему удовлетворению комитет согласился с позицией Азербайджана, и докладчик также попросил не политизировать этот вопрос, избежать безосновательных обвинений по отношению к Азербайджану. И я считаю, что сегодняшний комитет показал, что никто, в том числе и на высоком международном уровне, уже не заинтересованы и не хотят слышать эти армянские провокации.